Здравствуйте, дамы и господа. Вас приветствует канал Mr. Best Android и рубрика «Эксклюзив». Сегодня мы рассмотрим новые телефоны Gucci G9 Concept. Это те же самые Gucci G9, только с обновленной платой, с обновленной платформой, в обновленном корпусе. В общем, много чего нового. Давайте посмотрим. Телефон приходит вот в такой коробке. Вот отличие. Это старая коробка, это новая. Вот, приходит в коробочке сам телефон. Вернемся еще позже к нему. Так, что изменилось в комплектации? Добавилось английское руководство. То есть вот такая маленькая книжечка беленькая, инструкция. То есть часто у нас спрашивали инструкции. У нас их не было, только в электронном виде. Сейчас есть, вот, пожалуйста. Но только на английском, на русском нет. Дальше. Формат USB кабеля, то есть, вроде бы не изменился. Он как был, то есть, стандартным китайским, самым обычным, так и остался. USB, вход тоже не поменялся. Поменялся вот блочок. Блочок раньше был с переходником. Сейчас без, то есть под нашей розеткой стали делать. Вот. Теперь все гораздо проще. Наушники такие же. Ничего нового. Обыкновенные наушники. Качество звука от них не ждите. Ну, если вам нужно слушать радио или MP3 плеер, то лучше купить новые наушники отдельно. И батарейка. Вот. В телефоне Gucci G9 Concept идет батарейка от Louis Vuitton. Это странно на самом деле, но мы же не батарейку покупаем, правильно? Вот, в принципе, по комплектации все. Давайте посмотрим телефоны. Вот, есть такой вот у нас коричневый. То есть такой телефон, передняя часть, он более такой урбан стиль, то есть более современный, мне кажется. Здесь все более такое обтекаемое, красивое, чем в старом. Вот. Потом такой же есть, он в черном цвете у нас. Вот. То есть есть черный и коричневый. Я думаю, через некоторое время появятся и красные, и кофейные, и какие угодно. Ну, пока есть вот это, и мы снимаем видеообзор по этим телефонам. Удобно здесь сделан экранчик, защитное стекло сейчас. Здесь показывается время постоянно. То есть при нажатии на кнопку будет показываться время. Вот видите. Потом, что еще? Логотип. Логотип здесь такой вот золотой, без стразов. Эти железные вставки очень стильно смотрятся. Также здесь есть вот отверстие для микрофона и надпись «Concept». Концепт, ну, потому что это как бы обновленная версия идет, поэтому назвали его «Concept». То есть так, в принципе, по внутренним функциям он ничем не отличается. Ну, отличается дизайном. Вот, смотрите, здесь надпись, вам, наверное, не видно, но здесь вот написано 3D звук, ну, как будто здесь два динамика. А по факту мы проверили, здесь стоит один динамик, но очень хороший. То есть вот отверстие такое вот стилизированное под него. Есть такая железная вставочка. Камера, очень удобно камера движется. То есть если в G9 обычных она двигалась с затруднением, то здесь... Видите, легко просто проворачивается, механизм доработан до идеала. Кнопки уменьшения и увеличения громкости, все стандартно. Давайте откроем крышку. Такая вот крышечка. Ну, здесь тоже все маркировки. Здесь вход под флеш-карту microSD, две сим-карты. MA, пломбы, Made in China,
вот защелкивается, то есть прилегает плотно, не болтается, все качественно. Давайте откроем телефон, вот сразу видно. Очень стильно сделаны клавиши, то есть клавиатура теперь черная, очень красивая, очень хорошо видно буквы. То есть внутренне мне этот телефон очень нравится, даже больше, наверное, чем G9 и прошлый. Вот. Экран также здесь сенсорный, давайте включим, посмотрим. Немного здесь изменено внутреннее оформление. Вот здесь такая девушка теперь стоит с логотипами Gucci. Музыкальное оформление изменено, то есть новый динамик, залили сюда новые мелодии. В меню, меню осталось прежним, то есть ничего не изменилось. Просто экран стал немного качественнее, то есть передача картинки стала лучше. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим камеру. Камеру, к сожалению, не изменили. Здесь так и осталось по-прежнему. То есть 0,3 мегапикселя. Вот. Ну, в принципе, нормальные фотографии получаются, когда на компьютер скидываете. Там есть запись видео, MP3 плеер. Давайте посмотрим звук. Поставим самую большую громкость. Вот. Здесь изменены стандартные мелодии. Все такое вот репертуар Blondie. Стандартные мелодии. Вот, на любой контакт можно поставить картинку, можно поставить мелодию. Также есть WAP интернет, Bluetooth, FM-радио, органайзеры всевозможные, то есть смс-ки пишутся. К сожалению, здесь нет русской клавиатуры, но зато на сенсорном экране можно вот выставить. Сейчас я найду русский язык. Вот. Можно установить русскую клавиатуру и набирать, то есть сенсорно. Вот. Есть Т9 здесь, то есть без проблем. ММС-ки. Так, что дальше? Игры пусто. То есть заливаются Java игры любые. Можно установить любые приложения яовские. То есть вот такой вот телефон. Телефон, в общем, так сказать, ну, то есть это раскладушка для девушки. Ну, хотя, я бы сказал, может даже подойти мужчине. Черный цвет особенно, ну, очень стильно будет смотреться, классический костюм. Ну, здорово все. Вот, такие вот телефоны. Называются они Gucci G9 Concept. Телефоны предоставлены сайтом virtumobile.com.ua. Заходите на сайт, смотрите, выбирайте, заказывайте. Следите за новостями на канале Mr. Best Android. Следите за новыми видео. Будем продолжать наши обзоры. В принципе, вот и все. Всем удачи, до свидания.